Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня будет просто полный трэш, потому что я выйду на дуэль, внимание, против троих девушек, и они очень сильно хотят мой керамбит. Я им сказал, что я его отдам, если они меня победят. Ребята, играем на всю карту, играем ровно до 5, и пожалуйста, прямо в эту секунду поддержите меня вашим царским огромным лайком. Потому что если ты прямо в эту секунду поставишь лайк, то тогда у тебя всегда будут выпадать одни керамбиты. Так, ну что же, ребятки, а мы начинаем. Также не забываем подписываться на канал Кента ПК. И пока что счет 0-0, все хорошо, все стабильненько, меня ничего не пугает, и кто-то мне стреляет в спину, урод мне в ноги! Их там двое! Да ну! Так, почти убил. Так, убил. Так, ништяк. Давайте дальше. Блин, они со всех сторон на меня нападают. Ё-моё, они как пиявки. Ай-яй-яй. Убил. Так, нормально, пока что все очень даже хорошо. Я побеждаю. Да! Я это сделал. Просто убил три девушки. Офигеть, это было что-то невообразимое. Я просто в шоке. Так, ну что же, продолжаем дальше нашу нелегкую битву. Честно говоря, битва даже очень нелегкая. Так, ну что, продолжаем. Они пишут, ты что нас убил? Пишут, мы же девушки. Пишут, ты читер. Ну, как обычно. Так, ну что, продолжаем дальше нашу потную каточку. Пока что все хорошо. 1-0, Кента пока побеждает. Все как положено. Так, а в этом раунде я пойду вот сюда. Сделаю им сюрприз. Пишут, девушек нельзя обижать. Так я и не обижаю никого. Тише, я слышал шаги. Они где-то рядом, отвечаю. Блин, убили. Ай-яй-яй, убила меня Ася. А, да, кстати, я забыл вас познакомить с этими девушками. Смотрите, их зовут Ася, Вероника и Алексия. Пишут, ахаха, нуб. Честно говоря, девушки какие-то немножко неадекватные. Даже не немножко, а сильно неадекватные. Так, ну, ничего страшного, мы продолжаем дальше нашу нелегкую битву. Так, в этом раунде я себе покупаю КР и вперед в атаку. Так, главное не слить. Пишут, видишь, я феминистка. Пишут, дай керамбит голд. Ну, короче, как обычно. Так, ну что, поехали. Главное не слить. Тише, я их слышу. Блин, что-то мне немножко страшно. Бомбу заложили. Привет. Минус Алексия. По мне стреляют. Меня хотят убить. Нет, я сильно молод. Ой, нормально. Минус Вероника. Так, и где-то тут. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 28 хп. Не-не-не, я хочу жить. Я еще сильно молод. Хочу к маме. И умереть от девушек, это стыдно. Нет. Да блин, что вы такие живучие. Черт возьми. Где? Так, быстрее, Кент, ты сможешь. 3, 2, 1, пожалуйста, да. Мы это сделали, просто мы красавчики, просто мы показали, кто мужик в доме, вот так вот. Ты как нуб, я тебя хотела убить с ножа. Пишут, ха-ха, нуб, тебе повезло. Ну, короче, девочки вообще какие-то неадекватные. Походу, им максимум лет 10-12, это максимум. Так, ладно, поехали. Так, Блин! Ох ты, блин! Уже вся жизнь перед глазами. Так, нормально. 2-1, я побеждаю. Играем до 5. Мало ли кто забыл. Да сколько вас тут? Да сколько вас? Так, минус 1. Нормально. Минус 2. Ой-ой-ой! И минус 3. Да! Просто эйс, просто хэштег Кент наебатор. Нет. Так, нормально, 3-1. Офигеть, я побеждаю троих. Так, 3-1, все окей, все стабильненько. И кажись, кто-то будет тут. Вот я чувствую, кто-то будет тут. А. Да, я был прав. Минус 1. Ох, блин, ай-яй. Убили. 3-2, блин. Но, тем не менее, я все равно побеждаю, поэтому, в принципе, все хорошо. Так, а в этом раунде я немножко шикану. Я себе куплю, да, именно вот это оружие. Ай, попали, засранцы. Блин. Так, тихонько. Так, минус 1, неплохо. Даже очень неплохо. И меня, походу, хотят обойти. Блин, ребята, мне очень-очень страшно.
Ах ты курица! Ах ты курица, ну иди сюда! Фух. Блин. Блин! Блин! Не, ну я походу слил. Походу, ребят, тут я слил. Хотя, кто его знает? Так. Да ё-моё! Убили! Блин. 3-3. Нет, 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 только не камбэк. Я не хочу камбэка, только не это. Так, ребятки, пока что у нас ничья, и это очень-очень плохо, потому что я побеждал. Так, ну чё, в этом раунде, если покупают дробовик, они сами напросились. Я не хотел, но, ребят, ну, сами напросились. Они очень сильно хотят мой керамбит голд. Но я его отдавать никому не хочу, по крайней мере, просто так. Поэтому погнали дальше. Играем, играем, играем. Ё-моё, я слышу чьи-то шаги, и мне страшно. Блин. Блин, блин, ща убьют, да ну задница, сколько их там, офигеть, не встать. Да ну, блин, ну тут вы жесткие. Я, честно говоря, немножко в шоке. Ловите подарочек. Блин, я дебил. Ай! Ё-моё. А-а-а! Так, минус одна, нормально, нормально, живем. Ай-яй-яй, убили! Блин! Мне нужен срочно камбэк, иначе придется отдавать мой нож. Нет, нет, нет. Блин, ребята, ой-ой-ой, у меня плохие дела. Так, ну ничего, еще не все утеряно. Мы все-таки воины, мы будем драться до последнего. 3-4. О! Ё-моё, они где-то тут. Отвечай, они где-то тут. Ё-моё. Так, ладно, пока что лучше рашить не буду. Очень потно. А! Так. Ой-ой-ой. Блин, кстати, хорошая нычка вот тут сесть. Да, 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 минус 2. Фух, мы это сделали. Минус 3, давай, Кен. Минус 3, пожалуйста, минус 3. Ай-яй-яй. Потно, ребят, очень потно. Но у меня есть гранаты. Гранаты, просто делайте свое дело, я вас прошу. Блин! Граната меня отлетела, вот я рак. Так. По-любому, еще умрет. Да, 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 да. 4-4. Не может быть, у нас ничья с тремя девушками. Кто же победит? Кто же будет сильнейшим? Прямо в эту секунду поставьте видео на паузу и напишите снизу в комментариях. Вообще полный хардкор, я такого не ожидал. Я просто в шоке. Как? Ай-яй-яй. Так, ребят, самое главное в этом раунде не тупить, не глупить и не идти их рашить, иначе я опять умру. Блин, чё я все время так криво кидаю гранаты? Так, просто ждем их. Они должны прийти сами. Да ё-моё. Так, ну я уже видел первую, это уже хорошая примета. Пишут даун, обзывает меня, чего вы такие злые? Девочки, нельзя быть такими злыми. Минус 2, минус 2. Офигеть, неужто будет победа, неужто победа? Да! Мы это сделали, просто мы красавчики. Просто за всех мужиков отомстил. Все, ребята, это победа. Поэтому поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Мы это сделали, я это сделал за вас. Поэтому, ребятки, обязательно лайк, подписка, колокольчик. А с вами был Кент, пока, всем удачи и всем пока. Пока-пока.